Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем? Почти незаметная французская надпись в верхнем левом углу картины Поля Гогена. Три вопроса. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем? Как и многие другие, я долго размышлял над природой человеческого существования. Моя работа режиссера-документалиста дала мне возможность рассматривать эти великие тайны с самых разных сторон. И я все больше убеждался, что именно труды австрийского философа и педагога Рудольфа Штайнера оказались наиболее полезны и перспективны для моих поисков. Это фильм о жизни Штайнера и о работе на основе его идей и озарений во всех областях человеческой жизни. Эти идеи призывают нас размышлять над истинной природой человека. Говоря словами Гогена «Кто мы?», Штайнер, вероятно, добавил бы «Кем мы можем стать?». Фильм Джонатана Стедала «Вызов Рудольфа Штайнера». Рудольф Штайнер призывает нас быть сознательнее, созидательнее, а также строить это сознательное на основе сердечного тепла. И я думаю, одно из важнейших качеств Штайнера — то, что он побуждает нас соединить мышление и чувства, голову и сердце. Я думаю, Рудольф Штайнер был реалистом и очень практичным человеком. Думаю, он видел, что сеет зерна грядущего. Для меня знакомство с работами Рудольфа Штайнера было как вода в пустыне. Ведь я долго искал, так долго шел путями многих духовных учений, Востока и Запада, включая духовный путь современной науки. Я не могу назвать никого другого, кто следует всей философской и научной традиции Запада и современности, тщательно ее изучает, осваивает различные ее аспекты и в то же время определенно является мистиком. Однажды Рудольф Штайнер сказал, что если хочешь достичь высшей мудрости, нужно отучить себя от всего, что накоплено до сих пор. Но нам с нашими дипломами и учеными степенями нужно смирение, чтобы отказаться от общепринятого знания, которое нас окружает. Нужна готовность принять другой способ видения, пусть даже открыв свои уязвимые места. При жизни Рудольф Штайнер опередил свое время и даже сейчас опережает наше, хотя и умер почти 100 лет назад. Мне кажется, одна из величайших целей, поставленных перед нами Рудольфом Штайнером, та, с которой он сам жил всю свою жизнь, это борьба с сектантством. Да, он сочувствовал людям, потому что хотел им помочь, но хотел еще большего — освободить их. Вот что важнее всего — свобода. Ведь ты можешь помочь людям, подарить им свое богатство, но в итоге они будут жить за счет твоего богатства и станут зависимыми, а как раз этого Рудольф Штайнер не хотел. Лично для меня вызов в том, чтобы индивидуализировать то, что он нам дал. Выступая с лекциями в Норвегии, он почти всегда говорил: «Не принимайте мои слова на веру.
Вы должны проверить их жизнью. Это и есть мое внутреннее руководство. Я должна все проверить, не принимать как аксиому. Вот что главное. И жизнь тогда становится волнующей и увлекательной. По-моему, на деле самое главное в Штайнере — любовь. Бывает, что из-за обилия идей непросто к этому прийти. Но думая лично о нем, я не всегда ставлю перед собой только идеи, при том, что они, конечно, потрясают. Я больше вижу его самого как человека. Ну, как он едет ночью в поезде, на сквозняке, чтобы в другом городе встретиться, скажем, с 9 людьми, которые хотят в чем-то разобраться, или с теми, кто постоянно просит его о помощи. Так что он служил людям, не был привилегированной личностью, а служил людям, и поэтому я думаю, что дело и вправду в любви. Влияние Рудольфа Штайнера все более очевидно, в основном благодаря его указаниям в области сельского хозяйства, медицины и педагогики. В Индии существует 7 вальдорфских школ Рудольфа Штайнера, а во всем мире их более 1000, плюс общины для детей с трудностями в обучении, а также сотни ферм, которые работают по его рекомендациям и стремятся не только производить более здоровые продукты питания, но при этом исцелять землю. Вальдорфские школы, биодинамическое сельское хозяйство, Диметра, Хаушка, Кэмпхилл — эти слова приобретают в мире все большую известность. В Южной Индии я посетил группу мелких фермеров, которые изучают воздействие на рост растений не только Солнца и Луны, но и планет. Они сохранили знания, которые во многих частях света уже полностью забыты. Рудольф Штайнер поведал об этих знаниях, часть которых основана на мудрости, исходящей из традиционного земледелия, в курсе лекций для фермеров Центральной Европы, прочитанных в 1924 году, за год до его смерти. Понимание того, когда и что сеять на основе влияния планетарных констелляций — главный аспект в биодинамическом сельском хозяйстве. Это всемирное движение рождено на основе данного курса лекций, который был прочитан в то время, когда фермеры начали выражать беспокойство по поводу воздействия химических удобрений на почву, а также на полезность и качество своей продукции. Привлекательность личности Рудольфа Штайнера в том, что он был не просто философом, не только жил в мире идей и философии, не только размышлял, но включил все эти идеи в практику человеческой деятельности, будь то сельское хозяйство, медицина, педагогика или архитектура. Джейкс — президент Биодинамической ассоциации Индии. У него своя фирма, но он часто бывает в Китае и Тайване, а также в регионах Индии, где помогает мелким семейным фермам улучшать качество земли и урожая. Он помогает финансово выжить в культуре, которая постоянно требует от фермеров использовать дорогостоящие пестициды, использовать химически зависимый посевной материал, который дает высокие урожаи. Его надо закупать каждый год. Это не дает возможности производить свой посевной материал. Зависимость от транснациональных компаний разорила многих фермеров, многих довела до самоубийства. Джейкс рассказал мне, что многое в философии и практике учения Штайнера жители Индии ощущают как очень знакомое, особенно вера в реинкарнацию и карму. Откуда мы пришли? Куда идем? Несмотря на множество трудностей и мнимых неудач, а мы поневоле с ними сталкиваемся, эта идея, что мы живем, учимся, и наша личность развивается в течение многих жизней, учение древнее, так же, как и понимание Вселенной как живого существа, которое имеет цель и смысл. Понимание того, что реальность больше, чем то, что мы видим глазами, мне просто и ясно высказали в беседе на биодинамической ферме в Англии, на краю Ашдаун Форест в Сассексе. В 5000 миль от Южной Индии.
Лиз, с этой малиной, значит, ничего плохого не происходит. Совершенно ничего. Эту малину мы обрабатываем только двумя препаратами. 500 и 501. 500 – это препарат из рогового навоза. А 501 – препарат кремнезема. Ими опрыскивают растения в начале сезона и позднее, когда начинают появляться плоды. И вся история про планеты и малину, я имею в виду, для вас это, очевидно, имеет смысл. Имеет смысл? Нет, это не имеет смысла. Но действие сил космоса и Вселенной, безусловно, имеет смысл. Я не разбираюсь в деталях, да мне это и не нужно. Но мне надо знать и верить, что я не одна помогаю этому саду расти, и это для меня важно. Лиза отвечает за фрукты и овощи на ферме Плоухач. Ее ощущение, что она не одна, перекликается со многими ссылками Штайнера на незримое царство, которое поддерживает и питает не только жизнь растений и животных, но и само человечество. А вот очень даже зримой, в тот день, когда мы снимали на ферме Плоухач этот фильм, была группа девятилеток из Вальдорфской школы в Брайтоне. Сельское хозяйство – один из предметов в программе третьего класса всех штайнеровских школ. Том Вентом работает на ферме Плоухач с молочным скотом, с коровами и козами. Я пришел в биодинамику довольно поздно, то есть я воспитывался совсем по-другому. Но в сельском хозяйстве даже очень. Я вырос на ферме и здорово увлекся этим делом, работая в Африке. В Африке я и познакомился с биодинамическим движением, которое научило меня больше смотреть внутрь себя и внутрь жизни на ферме, а не на внешние обстоятельства и факты. Ведь думается, в жизни я тоже был вроде как запрограммирован смотреть наружу, на продукцию, только на материальное. Оказалось, что если смотреть внутрь себя и постараться, чтобы в душе и в сердце царил порядок, то все выходит просто замечательно. И думаю, именно в этом для меня и есть значение биодинамического движения. Оно изменило меня, помогло увидеть вещи изнутри. Вы имеете в виду, что как фермер вы стали лучше, да? Да, но раньше я измерял удой, а теперь нет. Это же беда, когда измеряешь удой. Думаешь, что измеряешь успех, но речь-то идет не о количестве молока, а о животном в целом. И биодинамика изменила мой подход к работе на ферме. Теперь для меня куда важнее качество, а не количество продукта. Как и все биодинамические фермы, Плоухач работает на органической основе, натуральные корма для животных, полный отказ от использования пестицидов и искусственных удобрений. Главное — многообразие. Не одни только коровы, не одна только малина. На ферме Плоухач есть также сыроварня. Местное население поддерживало ее создание, и сейчас у них 600 постоянных покупателей, которые владеют акциями предприятия. Молоко и йогурт Плоухач продаются в магазине на ферме вместе с фруктами и овощами Лиз. Я спросил одну из практиканток, как она понимает идеи Штайнера. Они кажутся далекими. Очень трудно по-настоящему прочитать книгу, написанную Штайнером. Все мои знакомые бьются над этими книгами, но даже если и прочтешь, то принять его идеи опять-таки трудная задача. Да-да, ведь некоторые из них кажутся довольно запутанными. По-моему, он не хотел, чтобы люди слепо принимали все, что он говорит. Я думаю, нужно все проверить и посмотреть, подходит ли оно мне, сочетается ли со мной, и также адаптировать эти идеи, когда берешься применять их. Думаю, нам нужно быть еще и гибкими и через работу нащупывать свой путь. Вот так и действую, работая с препаратами
результатами, опрыскивай поля, но также сделай это своим личным, своей задачей. Отдавай свою любовь каждый день. Нет смысла только читать книгу и использовать ее как методичку. У Штайнера были мысли, которые вдохновляют. И пусть трудновато понять, почему мы опрыскиваем поля этими странными сочетаниями ингредиентов, но ты пробуешь, доверяешь, то есть имеешь талику веры, надеешься, что это поможет, а затем смотришь, действует оно или нет. Думаю, нам надо быть открытыми и гибкими. Быть открытыми, гибкими и доверять. Молодой практикант из Голландии так и поступает. Целый час он будет перемешивать субстанцию препарата под названием 500. Это коровий навоз, который поместили в коровий рог и закопали на 6 месяцев. Он пролежал там всю зиму, когда кристаллизующие силы в Земле наиболее сильны и восприимчивы к космическим влияниям. Благодаря ритмичному перемешиванию, как указывал Штайнер, определенные жизненные силы внутри препарата высвобождаются и переходят в воду. Когда этой водой опрыскивают землю, она оказывает динамическое воздействие на почву и тем самым на рост растений. Ферма Тейблхерст занимается разведением крупного рогатого скота наряду со свиньями, овцами и домашней птицей. Фермеры, сообща, ведут хозяйство на 700 акрах земли, большая часть которой принадлежит земельному тресту. Их земля не является частной собственностью, и это гарантирует долговременное поручительство. Штайнер часто предостерегал от потребительского отношения к земле, капиталу и труду. В Тейблхерст и Плоухач выращивают собственные корма и производят достаточно навоза и компоста для удобрения обеих ферм. Смешанное хозяйство, разведение животных, выращивание зерновых, фруктов и овощей ведет к процветанию и благополучию фермы в целом. Питер Браун – один из фермеров Тейблхерст. На биодинамических фермах коровам сохраняют рога, считая их важным органом чувств, который помогает животному ощущать свое окружение, внутренние процессы метаболизма и собственную идентичность. Если у коровы нет рогов, она как бы ничего не чувствует, не знает собственных границ, не ощущает себя как существо. Большинство фермеров отпиливают коровам рога. Они отнимают у коровы ощущение идентичности, и тогда она не возражает, что стоит чуть ли не в притирку к другим животным. И фермер в таком случае может держать больше коров. Но по существу каждой корове нужно 2-3 метра вокруг, и им вовсе не нравится, если кто-то входит в это пространство. Посмотрите на орхидею. Никто к ней близко не подходит, а если приближаешься, она старается отойти. Ведь если она хорошо себя ведет, хорошо себя чувствует, имеет отличную иммунную систему, знает, кто она такая, что делает, тогда ничто ее не заденет, ничего плохого с ней не случится. Но удалив рога, мы вроде как делаем лоботомию. Внезапно она уже не знает, кто она. Да ей это и безразлично. Она утратила один из главных органов чувств. Кому интересно, что я ем, с кем рядом я стою, да мне и жить долго незачем. Вот так сегодня существует большинство молочных коров, а она, орхидея, легко проживет лет до 15 в полную силу. Никогда не давайте коровам лекарства, никогда не опрыскивайте химикатами, ничего с ними не делайте. Ну, разве что иногда подрезайте копыта и только, и они будут давать превосходное молоко, полное жизненных сил. Понятно, что коровы Тома не будут терпеть такие условия, когда к ним относятся просто как к машинам, производящим молоко. И по поводу рогов. Мне еще в Индии объяснили, что существует тесная связь между сложной пищеварительной системой коровы и ее рогами. Память об этой связи сохраняется в рогах даже после смерти животного. Поэтому рога используют как вместилище для двух биодинамических препаратов – 500 и 501. В Тейблхерст препаратом 500, известным как роговой навоз, ритмично перемешанный в течение часа, весной опрыскивают землю, а также применяют в течение лета. Летом же в землю закапывают другую партию рогов, в которых содержится растертый в пудру кремнезем. Этот препарат 501 или роговой кремнезем перемешивается таким же образом, после чего им опрыскивают растения, чтобы регулировать их восприимчивость к свету. Это повышает жизненные силы растений.
На поле неподалеку Питер Браун и его команда собирают цветки аптечной ромашки. Это одно из шести растений, у каждого из которых определенная функция. Их особым образом обрабатывают и затем вносят в компостные кучи, чтобы улучшить и отрегулировать процесс ферментации. Помимо ромашки, сюда входят крапива, дубовая кора, тысячелистник, одуванчик и валериана. После трех месяцев засухи мы рады этому. В Тейблхёрст работают 12 сотрудников, плюс трое практикантов и три человека с трудностями в обучении. Я спросил Питера Брауна о жизнеспособности биодинамического сельского хозяйства. Мы много занимаемся переработкой своей продукции и продаем ее покупателям напрямую, что помогает сделать ферму жизнеспособной. Также это создает непосредственную связь между покупателями и нами, как группой фермеров. И мы не только ведем фермерское хозяйство, но и производим дополнительную обработку продукции. Например, разделываем мясо и продаем его на ферме, делаем муку из пшеницы или ржи и продаем местной пекарне, так что цена удваивается. Забавно, ведь понятно, что это большая работа, и ты чувствуешь себя так, будто на переработку затрачивается слишком много труда, хотя ты всего лишь пропускаешь зерно через мельницу, а потом удваиваешь цену. Трактор ведет Дэвид Юнгханс. В родной Германии он посещал вальдорфскую школу, затем учился традиционному сельскому хозяйству и, наконец, приехал в Англию, в Эмерсон-колледж, изучать биодинамику. Я спросил его, как он понимает слово «силы». Идею того, что в субстанциях, которые составляют мир феноменов, действует нечто незримое. Я думаю, каждый по своему опыту знаком с силами, с сердечными силами любви, например, или с любыми эмоциями, но они незримы. Лишь физический носитель, то есть человек, делает их видимыми. Так же и в природе. Калий — это носитель определенной силы и так далее. Вот как я понимаю силы. Силы стоят за материей, и на самом деле материя несет их в физический мир. Во время моего визита в процветающее и действительно смешанное фермерское хозяйство кто-то заметил, что старик Макдоналд из детской песенки, похоже, действовал правильно. Первый класс школы Рудольфа Штайнера в Южном Девоне. Только сейчас, в 6-7 лет, дети начинают официально учиться читать и писать, а музыка и искусство вплетены в уроки на протяжении всего их детства. Школа в Южном Девоне — одна из 35 штайнеровских школ в Британии. Первая вальдорфская школа была основана Штайнером в 1919 году по просьбе Эмиля Мольта, владельца сигаретной фабрики «Вальдорф» в Штутгарте. Он хотел обеспечить детям своих рабочих воспитание, которое подготовит их к жизни в полном смысле этого слова. А жизнь в полном смысле слова означает воспитание через руки и сердце, а не только через голову. Для детей в семилетнем возрасте главное — игра, подражание и ритм. Поэтому в понедельник они занимаются выпечкой, рисованием в среду, экскурсии у них в четверг и так далее. А истории учитель чаще рассказывает, а не читает. Идея Штайнера в том, что развитие ребенка не просто рост вверх и познание окружающего мира, но дети растут еще и вглубь, пробуждают к жизни собственные уникальные судьбы на основе многих жизней.
А для этого нужно время. Время построить крепкое и прочное основание, чтобы каждый ребенок позднее не только бесстрашно встретил реальный мир, но и приобрел силу характера для того, чтобы этот мир изменить. Песни, хороводы и групповые игры — другой важный элемент развития в ранние годы. В идеале телесная сноровка постепенно перейдет в сноровку мышления и творчества. Многое из того, что делают дети, и не только в детском саду, задумано как противодействие разрушению детства в современном мире. Это разрушение вызывает тревогу и далеко за пределами вальдорфского движения. Как и в Штайнеровской школе в Брайтоне, эти девятилетки изучают сельское хозяйство. Причем они осваивают его практически, как часть главного урока, когда каждое утро первые два часа в течение 3-4 недель посвящены одному определенному предмету. Примерно в этом возрасте большинство детей начинают больше интересоваться миром вокруг себя. Одновременно они начинают чувствовать и обособленность от мира. Теперь они начинают изучать естественные науки, а в математике — дроби. Все еще жду тишины. Мы с вами сажали картофель. Кто помнит, какой вот этот? Он? Ранний? Ранний? Только ранний? Поздний? Лили? Сначала ранний. Спасибо. Что у нас здесь еще? Главный урожай. Главный урожай. Так, что еще? Ранний второй. Скажи по-другому. Второй ранний. Спасибо. Кто может показать, что тут ядовито? Лили, покажи мне. Вам видно? Мне отсюда видно. Правильно. Каждому, кто копает, нужны два помощника. То есть работаем группами по трое. Один копает, другие выбирают картошку. А все растения приносите, пожалуйста, сюда. Хорошо. Прекрасно. Нет, не так. Одна на другую сторону. Вас здесь слишком много. Похоже, они и вправду получают удовольствие. А я думал, дети не любят работать в огороде. Они очень любят работать в огороде, потому что могут видеть конечный результат. Ведь они сами пахали, разбрасывали удобрения, пахали на лошадях, действительно управляли плугом, работали. Что такое? А когда мы увидим ягнят? Скоро, да-да. Сколько их? 7. Очень осторожно. 9. А если внимательней? 14, 15, 16. Они очень хорошо откликаются на те виды деятельности, которые мы им предлагаем. Это практические вещи, и они все делают с искренним энтузиазмом. Откуда вы сами? Я из Бразилии. А в Бразилии есть штайнеровские школы? В Бразилии есть вальдорфские школы. Но там я не был связан со школами. Я был связан с биодинамическим импульсом, но не со школами. А здесь вы заняты тем и другим. Верно. Да, я как бы свожу их вместе. Кроме того, Андре помогает этому классу строить киоск, где они смогут продавать овощи. Строительство — еще один предмет, который проходит в этом возрасте. Это проектирование, замеры и практика. Программа штайнеровских школ построена так, чтобы предметы находили отклик в детях и соответствовали этапу их возрастного развития. Понимание того, чему и когда обучать, и выделение определенных 7-летних периодов в развитии ребенка — это два особых вклада Штайнера в педагогику.
Чем они отличаются? Это, чтобы поддерживать, а это, чтобы соединить два столба вместе и придать им устойчивость. Так, а что еще? Джут. А еще, когда мы будем ставить крышу, не надо класть ее точно на верхушку столбов. Можно положить на вывеску. Верно. Это держит крышу. Ну да. Как Джут сказал, что мы уложим здесь? Верхушку. Но не все обучение в штайнеровских школах проходит на открытом воздухе. Биология — это предмет главного урока в шестом классе, в следующие три недели. С первого по восьмой класс у детей один учитель по всем предметам главного урока, будь то естествознание, история, математика или география. Эти ключевые предметы составляют сердцевину вальдорфской программы. Как муравьиная царица начинает создавать свою колонию после того, как спарилась с самцом во время брачного полета, Агги, она как бы роет норку и затем выносит оттуда всю землю, чтобы было удобнее рыть. Прекрасно, спасибо. Алекса Смит останется с этой группой детей, пока они не перейдут в старшие классы, примерно в 15 лет. Это означает, что у детей в течение 8 лет один классный учитель, в идеале устанавливающий с учениками такую связь, которая выходит за пределы простой передачи знаний. Остаток школьного дня дети занимаются с учителями-предметниками — языки, игры, ремесла и так далее. Я спросил учителя второго класса, что привлекает родителей к их школе. Ну, я думаю, ужасно много родителей, приходя в наши школы, чувствуют здесь что-то благотворное и хорошее для детей. Они, знаете ли, ищут детство со всем светом и радостью, которое оно приносит. Очень часто родители видят во многих школах, что детей пытаются подогнать под шаблон, не свойственный ребенку. А в наших школах они видят бережное отношение к детству, ведь мы стараемся давать детям то, что на самом деле реально растит и питает их на определенном этапе. Родители видят и чувствуют все это. Они приводят к нам своих детей, и, по-моему, наша задача — доступно и понятно объяснить основу того, что мы делаем. Объяснить в терминах, которые не оставляют у людей ощущения, будто за этим кроется что-то странное. Ничего странного здесь нет. Солнце любящим светом озаряет каждый мой день. Душа духовной мощью дает силу моему телу. Я работаю уже 20 лет и вижу, что наша школа действительно воспитывает, растит и питает детей, а потом отпускает их на свободу. Школа не навязывает им той или иной системы верований, они абсолютно свободны. Иэн Пауэлл — учитель искусств и истории искусств, а также драматургии в старших классах. Хотя в штайнеровских вальдорфских школах стараются избегать внутренних экзаменов, ученики все же сдают государственные. Я спросил Иэна о слове «результаты», ведь этот ярлык в современности все больше связывают с работой и успехом школы. Для меня такой вещи, как результат, не существует. Я имею в виду, что здесь можно было бы сказать о разочаровании от того, что я не вижу результатов своей работы, пока дети не возвращаются ко мне, когда им за 35. И вообще, я твердо верю, что они внутренне растут постоянно. Считать молодого человека просто суммой результатов, будь то аттестат зрелости или даже ученая степень, считать, что это и есть личность, означает пренебрежение индивидуальностью. Ведь все мы знаем, что фактически человек все еще развивается. Все, что я здесь делаю, даже если это заканчивается экзаменом, лишь помогает детям перейти к следующей фазе обучения, но не имеет никакого отношения к результатам. Простите, пора. Виктор, выйди и поклонись. Бобби. Затем я спросил Иэна, как он, учитель, относится к тому, что Штайнер говорил о карме и реинкарнации. Когда долго работаешь учителем, начинаешь понимать, что в детях есть нечто большее, что можно увидеть просто глазами. В них есть что-то еще, то, что они приносят с собой. Конечно, в них действует наследственность, это тоже верно.
как и семья, и общество, но и есть что-то иное, неуловимое, индивидуальное. Это сложно исследовать, это вне нашей компетенции, но здесь можно осознать, что есть другой, более сложный инструмент измерения личности. В нас происходит нечто незримое. Мы взаимодействуем через это незримое с детьми. Дети, конечно, не увидят здесь действия кармы, но через много лет все мы сталкиваемся с последствиями того, что произошло раньше, того, что произошло в детстве. Школьный врач Джеймс Дайсон. Кроме традиционной медицины, он углубленно изучал лекции и труды Штайнера, которые связаны с медициной, интересовался исследованиями, которые основаны на этих идеях и ведут к более глубокому пониманию человеческого существа. Словами Гогена к Томе, я спросил Джеймса, как этот новый взгляд на человека повлиял на его работу врача. Но это важный вопрос. Вот сейчас, просто глядя в окно, я с особым интересом наблюдал движение, наблюдал, как дети двигаются. И думаю, можно начать хотя бы с этого. Ведь движение не просто связано с неврологией. Движение и жест говорят на языке души, на языке развития. Они, например, показывают нам, как ребенок связан с окружающим миром. Гармоничное движение в наши дни скорее исключение, чем правило. Почему же так происходит? Думаю, сейчас маленькие дети с более раннего возраста подвергаются высокому уровню сенсорной стимуляции, чем в прошлом. Это связано с информационными технологиями, экранами и тому подобными способами воздействия. И одновременно дети лишены традиционных возможностей двигаться, такие, какие имелись у обыкновенного ребенка лет 30, 40 или 50 назад. Вальдорфские школы почти уникальны в том, что не вводят в обучение компьютеры, вплоть до старших классов. В наши дни многие родители и педагоги разделяют точку зрения, что раннее детство должно меньше фокусироваться на информационных технологиях. Ключевая тема в картине развития ребенка, которую создал Штайнер, такова. Пока неврологическое развитие не достигнет определенного уровня зрелости, то есть до 7 лет, не следует перегружать нервную систему ребенка когнитивно, но необходимо очень много работать над способностью подражания, творческой игрой и стимулировать именно это. И почему, по какой причине не следует нагружать мозг? Ведь вы говорите именно об этом, не так ли? Думаю, проще всего объяснить вот так. Пока ты укладываешь трамвайные рельсы, ты не ездишь по ним на трамвае. Рудольф Штайнер сам вырос рядом с железной дорогой. Его отец служил начальником станции, и волнующий новый мир поездов был всегда рядом. Штайнеру было 2 года, когда в 1863 году его отца перевели на станцию Потшах в Нижней Австрии. Там он жил до 8 лет. В своей автобиографии Штайнер писал о глубоком восприятии ландшафта, который окружал его в детстве. Несмотря на новую технологию, прямо за порогом, жизнь маленького мальчика в основном была проста. Проста, но далеко не комфортабельна. Здесь Штайнер жил не только в двух мирах — мире паровозов и мире природы, любя и тот, и другой, но и во внутреннем мире духовных переживаний, которые были для него не менее реальны, чем физический мир вокруг. Уже примерно в 7-летнем возрасте у него имелось яркое переживание — явление родственника, который только что совершил самоубийство и просил его о помощи. Но минуло почти 4 десятка лет, прежде чем он смог открыто говорить о таких вещах.
Какова истинная природа реальности? Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идем? Эти вопросы будут занимать Рудольфа Штайнера до конца жизни. В 1868 году семья переехала ближе к Вене, в деревню Нойдерфль. К тому времени у Штайнера уже были младший брат и сестра. Хотя Нойдерфль не так далеко от города, как Подшах, домашняя жизнь, по словам Штайнера, была по-прежнему суровой, но здоровой. Он прислуживал в местном католическом храме, помогал выращивать овощи для семьи. Однако история его пути через детство и юность, долгая дорога в школу, это история очень способного, но крайне одинокого ребенка. Отец побуждал его изучать науку и технику, чтобы стать инженером-путейцем. Тем не менее, он глубоко задумывался о том, что называл загадками существования, и уже в 14 лет изучал немецкого философа Иммануила Канта. В 1879 году 18-летний Штайнер сдал школьные выпускные экзамены с отличием. 3 года он работал репетитором, давал частные уроки, чтобы, как он писал, внести хотя бы небольшой вклад в то, что родители платили за мое обучение из их скудных средств. Поскольку же учился Штайнер в реальном училище, а не в гимназии, он самостоятельно освоил латынь и греческий. Переезд в Вену из австрийской провинции, где Штайнер вырос в семье скромного чиновника железной дороги, стал большим шагом вперед. Столица огромной империи Габсбургов была космополитическим городом, кипящим жизнью, творчеством и философскими дебатами. Здесь процветала культура. Осенью того же года Штайнер поступил в технический университет, чтобы изучать биологию, химию, физику и математику. Однако не меньше, чем наукой, он интересовался немецкой философией и литературой. Вскоре он оказался в гуще общественной жизни. Знаменитое кафе «Гринштайдль», адрес которого он некоторое время указывал как свой личный, сегодня больше туристическая достопримечательность, чем центр философских дебатов. Но буквально за углом, в соседней кофейне, легче представить себе атмосферу той эпохи и необычайное многообразие людей, с которыми общался молодой Штайнер. Поэты, богатые торговцы, цистерцианские монахи, феминистки, университетские профессора и бедные студенты, вроде него самого. У 2 молодых посетителей кафе, которые кое-что знали о жизни Штайнера и его наследии, я спросил, сохранилась ли до сих пор та разновидность дискуссий, какие вели в кофейнях Штайнер и другие. Такие диалоги, когда вправду сидят часами, развивая некую идею, думаю, их уже не найдешь. По-вашему, это печально? В определенном смысле да, потому что я старомодна, но вполне открыта новым возможностям диалогов. И думаю, особенно общение через интернет — это огромный шанс. Возможность. Так-так. Значит, в этом смысле вы оптимистично смотрите в будущее. Очень оптимистично. Я всегда задаю себе вопрос, как Штайнер действовал бы в наши дни? Стал бы он использовать интернет или нет? Думаю, что стал бы. Наверняка он бы без предвзятости отнесся к нашим возможностям, нашим способам общения, развития и сотрудничества. Не всякий, кто интересуется работами Штайнера, согласится с Филиппой по поводу интернета. Не только потому, что Штайнер, подобно многим другим, понимал, что технические новшества еще со времен книгопечатания не заменили людям общение лицом к лицу, но также и потому, что если мы относимся к этим новшествам бессознательно, оставляем их воздействие на нас без внимания, то образ мыслей, который стоит за такими устройствами, может направить нас на скользкий путь, который постепенно приведет наш мир к бесчеловечности. Однако Штайнер много раз повторял, что в конечном счете такие решения всегда должны быть приняты индивидуально каждым человеком.
Лично для меня самое главное у Штайнера заключалось и заключается вот в чем. Он хочет, чтобы мы отстаивали собственные идеи. А это, особенно в наше время, не так-то легко. Куда легче отмахнуться от его советов, чем сосредоточиться на его послании и следовать ему. Да, по-моему, он и не хотел, чтобы мы следовали за ним. Он хотел, чтобы мы следовали за самими собой. Хотя круг друзей у Штайнера постоянно расширялся, он в то же время следовал собственному внутреннему голосу. Но и, как и мы все, нуждался в тех, кто пробуждает, в людях, которые действительно меняют нашу жизнь. В своих регулярных поездках на поезде из дома в Вену он наконец-то встретился с человеком, который мог поделиться своей внутренней жизнью, духовными переживаниями. Феликс Кагуцкий был травником. Он ездил в Вену продавать аптекарям лечебные травы, которые собирал за городом. «У него за спиной, — писал Штайнер в автобиографии, — были пучки трав, а в сердце — знание духовных аспектов природы, которое пришло к нему благодаря собиранию трав». Благодаря Феликсу Штайнер узнал, что существует огромный запас традиционной мудрости. Эта мудрость быстро исчезала из народной культуры Центральной Европы. В его обществе Штайнер чувствовал связь с тем, что он называл «древней душой». Связь с человеком, у которого есть интуитивное знание. Такое знание он сам ощущал в себе с детства и пытался понять, пытался укоренить его в мире современного сознания. И еще одно Штайнер без устали подчеркивал. Каждый шаг, который мы делаем в поисках этой глубинной мудрости, должен сопровождаться тремя шагами в моральном развитии. «Человеку должен идти этим путем, — писал он четверть века спустя, — не за тем, чтобы копить знания, как свое личное сокровище, а за тем, чтобы поставить их на службу миру». Между тем, молодому Штайнеру предстояло знакомство с другим великим человеком, который пробуждает, который серьезно повлиял на всю его жизнь. Из крупных фигур немецко-говорящего мира, прошлого и настоящего, самое потрясающее впечатление на Штайнера произвел литературный гигант Иоганн Вольфганг Гёте, который скончался 50 лет назад. Не только Гёте, поэт и прозаик, но Гёте-ученый, особенно его труды в области анатомии, оптики и ботаники. Позже Штайнер называл его Коперником и Кеплером органического мира. Гёте оказал огромное влияние на Штайнера. И Штайнер чувствовал, что нашел в Гёте родственный дух, ведь тот подходил к миру природы с открытым сердцем. Причем не как к объекту изучения, измерения и вычислений, а скорее как к миру, который несет в себе нечто божественное. Думаю, Гёте отчетливо осознавал божественное происхождение природы и потому стремился подходить к ней иначе, то есть скорее с эмпатией, чем с объективирующим сознанием. Сознанием объективного. Но все же он, Гёте, считал себя ученым, верно? Безусловно. Потому что его интересовала наука. Причем такая наука, которая была непосредственным знанием, подлинным восприятием, возможностью реально заглянуть в духовную мастерскую природы. Гёте интересовал мир качества, а не количества. И то, что может воспринять каждый из нас, как человеческое существо, без каких-либо научных инструментов. То есть для него научные инструменты были скорее препятствием, которое мешает по-настоящему видеть жизнь природы. Вот почему у Гёте весьма серьезные расхождения с современной наукой.
Джереми Нейдлер — писатель, имеющий докторскую степень по теологии и религиоведению, зарабатывает на жизнь, работая садовником в Оксфорде. Гёте считал, что самый точный инструмент — это человек. Если развить этот инструмент, превратить его в орган глубинного восприятия, то, конечно же, можно увидеть в природе все больше и больше. И Штайнер сумел это сделать, развил себя как духовный инструмент. Так мне это представляется. Потому-то он и воспринимал в мире природы значительно больше, чем большинство людей, и распространил свое восприятие на незримые миры, и указывал, что потенциально такая возможность есть у каждого из нас. Безусловно, да. Однако развить это не так легко. Конечно. Но все же, знаете, необходимо упорно работать над этим. Изо дня в день. Что, по-вашему, является ключевым в такой работе? Ну, когда я иду в сад, я прекрасно знаю, что я должен сделать прежде всего. Когда я вижу сорняки, знаете, я вижу многое, что надо сделать. И я хочу заняться этими практическими делами. Но прежде я стараюсь остановиться и хотя бы несколько минут провести с растением. Просто наблюдать его, просто побыть с ним. И в такой момент что-то невероятно обостряет внимание и действует целительно. Это переживание помогает мне в саду весь оставшийся день. Приходит понимание, что здесь вправду происходит чудо, а его так легко не заметить. Вероятно, это справедливо для всей нашей жизни, но мы мало что замечаем, считаем все само собой разумеющимся, не только растения. Да, это бесспорно справедливо для жизни в целом. В научном методе Гёте замечательно то, что можно применить его к любой жизненной ситуации. Этот метод познания имеет отношение не только к нашей связи с природой, не только к наблюдению растений. Он действует и в том, как мы относимся к людям, вправду ли с открытым сердцем. Метод познания Гёте обеспечивает своего рода основу для перехода от обычного дневного сознания к тому, что Штайнер в итоге назвал духовной наукой, то есть к способу проникновения в духовный мир, мир наших собственных внутренних переживаний с такой же уверенностью и ясностью, с какой мы проникаем во внешний мир. Я хотел бы вам напомнить, что мы видели в начале урока. Вспомните, там был маленький электростатический генератор, который позволяет нам делать нечто очень похожее. Он слегка отличается геометрически, но в основном... Артур Зайнц, профессор физики в Массачусетском Амхерст-колледже. Параллельно с интересом к Штайнеру и благодаря связи с работами Далай-ламы, он стал пионером в области привнесения практики медитации в академические круги. Я попросил Артура объяснить интерес молодого Штайнера к философу Иммануилу Канту и особенно неприятие Штайнером чрезвычайно важных высказываний Канта о границах познания. Границы, так называемые границы познания, на самом деле границы горизонта. Если стоишь на вершине горы, видишь дальше, чем когда ты внизу, в долине. Но до вершины еще надо добраться, верно? Да, можно сказать, что у познания есть границы, если находишься в определенном месте, но ничто не мешает тебе подняться в развитии на более высокие ступени. С горы видишь дальше, там по-прежнему будет горизонт, и ты по-прежнему будешь ощущать границу, но границу субъективную, отнюдь не констатацию объективного устройства мира. Да, можно сказать, Штайнер признавал, что в данный момент
Познание имеет границы, но они не являются частью природы человека. Природа человека неисчерпаема, и все, что может быть познано, человек может познать. В этом смысле мы — образ Божий. В нас заложен потенциал для глубочайшего и исключительного способа познания. С точки зрения Штайнера, человек, находясь в физическом мире, посредством органов чувств получает впечатление от этого мира. Зеленый цвет, движение, свет, тепло, твердость, да что угодно. И это нам дано. Ради этого нам не нужно ничего делать специально. Я не создаю дерево, оно уже есть. Но как человек я воздействую на него, поскольку несу в себе общее понятие дерева, понятие зеленого цвета, понятие взаимоотношений, какие связывают этот вид деревьев вон с тем и так далее. Все это есть продукт человеческой деятельности по отношению к тому, что нам дано. Итак, существует мир, который нам дан, и мир как плод человеческого мышления. Взаимодействуя, эти два мира составляют реальный мир. И это не то, что не поддается познанию, просто невозможно это познать сразу. Но в своей сущности все познаваемо. Я присмотрелся к растению внимательнее, присмотрелся к его листьям и увидел нечто невероятное. Нижние листья имеют длинный черешок и форму боба. Они формируют розетку. В ней всего лишь три живых листа. Раньше их было больше. Затем, чуть выше, по главному стеблю, следующий лист. У него тоже длинный черешок, но уже узкая, вытянутая форма. Крейг Холдридж также давно интересуется Штайнером, а через Штайнера — работами Гёте. На севере штата Нью-Йорк он основал Институт естествознания, где изучается феномен наблюдения, тот вид медитативного наблюдения, какой много лет практиковал Штайнер. Мы основали Институт естествознания, чтобы иметь место для развития особого способа познания, который вернет нас к близкой связи с природой и самими вещами. Знаете, это звучит безобидно, просто, и, может быть, даже не слишком значительно. Но если подумать, до какой степени наша культура и наше мышление в плену определенного вида абстрактных идей, мы замечаем, что люди приходят к нам с отвлеченными представлениями о том, что делают гормоны, что делает мозг, как естественный отбор сделал нас тем или иным способом. У нас есть огромное количество объяснений мира, но самого мира мы не видим. Да воспринимаем ли мы мир вообще? И, конечно, в нашей культуре, где главенствуют технологии, эта тема все более актуальна. Гёте говорил, что если мы хотим обрести живое понимание природы, нам необходимо сделаться столь же подвижными и гибкими, как сама природа. Вот почему миссия Института естествознания — это наука, ведущая к преображению человека, пониманию живого естества мира. Штайнер познакомился с трудами Гёте, когда был еще студентом Венского университета. И вот что стало для него главным. Этот человек действительно погружался в мир феноменов. Он не имел множества абстрактных идей. Он открыл себя видению взаимосвязей, которые говорят о большем, нежели чисто физическое. К великому сожалению, мы теперь настолько погрязли в дуалистической культуре, ну, знаете, материя и разум, душа и или тело и дух. Пусть мы даже правильно судим об одной половине. Но, думая о духовном или о душе, мы всегда ставим их отдельно от физического. Однако здесь наша задача — видеть единый мир. И именно так гласит эпистемология Штайнера, основанная на гётеанизме. Мир, в котором мы живем, един. И мы — часть единого мира, а не двух или трех, или 50 миров. При всех нюансах, различных уровнях и аспектах, все это один единый мир. При подходе к пониманию мира, по-моему, нам надо притормозить, замедлиться.
Ведь отчасти брошенный нам сегодня вызов — это убыстрение времени. Мы кидаемся от одного дела к другому, а в итоге ничего толком не можем усвоить, постичь до глубины. Сегодня сложно просто созерцать, дать себе время смотреть на лист растения хотя бы 5 минут. Знаете, это уже очень много в наши дни, всматриваться в них с вопросом. Что вы несете в себе? Что хотите мне показать? Затем ежедневная работа продолжается. Но мы уже отключились от спешки, получили мгновение покоя. Мгновение, когда можно действительно начать беседу с миром. Я порой думал об аспекте методологии. Думал о том, что было бы интересно, так же, как сегодня говорят о медленном питании или медленных деньгах, поговорить о медленной науке. Нам необходимо замедлиться, чтобы по-настоящему вникнуть в предметы, в явления, как основу более глубокого понимания мира. Выходит, и друг друга тоже? Да. Я имею в виду все аспекты. Я говорю обобщенно, и говоря о природе, говорю и о своих ближних, о всех наших взаимосвязях. И это все требует времени. В студенческие годы Штайнер общался с небольшой группой людей, встреча с которыми для него имела далеко идущие последствия. Это семья Шпехт. Они жили вот в этом доме. Штайнер был домашним репетитором 4 мальчиков и одновременно продолжал учебу, а также работал над трудами Гёте. Особой заботой родителей был Отто. Когда Штайнер с ним познакомился, ему было 10 лет, и все считали его умственно и физически отсталым, а потому неспособным к обучению. С помощью Штайнера состояние Отто постепенно улучшилось, он вырос и стал врачом. Ныне существует целое движение лечебной педагогики. Оно объединяет школы и деревни не только здесь, на берегах Северного Англии, но и по всему миру. Движение, вдохновленное лекциями Штайнера, которые были прочитаны в 1924 году. В них он обобщил свой опыт работы с Отто, а также свое понимание индивидуальных особенностей и нарушений в развитии человека. Грэндж — это Кэмпхилл-община для взрослых людей с трудностями в обучении, часть всемирного движения, в которое входит множество школ и специально организованных поселений. В минувшие годы я сделал ряд фильмов о кэмпхиллском движении. Я всегда чувствовал здесь тепло, толерантность и мудрость. Несколько автобусов забрали. И как же мы туда доберемся? На своих двоих или на микроавтобусе? Это все, что я могу сказать. Джон, ты работаешь здесь каждый день? Я работаю в саду. А еще в керамической мастерской. О, так у тебя много работ? Да. Какую из них ты любишь больше всего? Керамику. Так, ты хотел сказать пекарня. И пекарня, извини, Грэм. Ты работаешь в керамической все время, каждый день? И каждый день, каждое утро. А что ты делаешь после обеда? После обеда я гуляю на улице, по территории. Даже в дождь? Угу. Хорошо иметь 2 работы, правда? Конечно. Возьми другую, не усложняй себе жизнь. Мастерские вроде этой рассматриваются не просто как место для трудотерапии, но и как возможность для резидентов производить ценные и полезные товары, за что ценят и их самих.
Готово? Ага. А теперь надо положить ее в горячую печь, вон там, я покажу. Я в Кэмпхилле с 5 лет. С 5 лет? А сколько тебе сейчас? 23. Я самая младшая в семье. Ага. У меня есть еще старшая сестра. Да, 2 старшие сестры. Ты иногда ездишь домой? Да, я навещаю папу. Но мои родители уже не вместе. Вот как? Трудно. Но я навещаю их. У меня хорошие отношения с семьей. Хотя бывает то лучше, то хуже. Думаю, во многих семьях бывает то лучше, то хуже, правда? Да. И в любом случае тебе нравится здесь. Чем-то похоже на твою семью, верно? Джули и Иан, вот моя семья. И работа у тебя замечательная. Да. Это микрофон. А я покажу тебе готовые тарелки, правда? Значит, это готовая тарелка. Да, готовая. Что ж, тебе, наверное, очень приятно этим заниматься. Ага, приятно. Я люблю работать в керамической мастерской. Кэмпхилл был создан в 1939 году Карлом Кёнигом вместе с группой беженцев из оккупированной нацистами Австрии. Ангел привел их в Шотландию, где они, вдохновленные работами Рудольфа Штайнера, основали международное движение по уходу за детьми и взрослыми, которые, как говорили в то время, нуждались в особой заботе. Думаю, нам тут понадобится аэрозоль. Думаю, очень даже понадобится. Я принесу тебе аэрозоль. Ты собираешься повесить тут еще одну, да? Да. Это моя веревка для сушки. Майкл называет ее бельевой веревкой. Они все подшучивают над этим. Но я не обижаюсь. Ты что-нибудь знаешь о Штайнере? Совсем немножко. Он родом из Вены, правда? Из Австрии, да. Австрия, да. И он положил начало множеству Кэмпхиллов. Верно, он вдохновил все Кэмпхиллы. Он вдохновил. Вдохновил — это как раз подходящее слово. А еще Карл Кёниг со своим другом, ну, не другом, а просто с одним человеком. Кёниг интересовался идеями Штайнера. Да. И хотел следовать его импульсу. Правильно. Или хотя бы попытаться. Отдавать и принимать. Отдавать и принимать. Большая радуга на всем пути назад к себе. Видеть глубокое синее море. Через определенный вид терапии, который разработал Штайнер, эвритмию, Джуди Бейли старается лечить движением, часто очень простыми движениями. Как это помогает, Джуди? Вы можете объяснить? Человек начинается с дыхания. Когда мы слишком взволнованы или слишком грустны, все это связано с дыханием, выдохом, вдохом. Вы же знаете, смех — это выдох. Плач — это вдох. Хум-хум-хум. Или ха-ха-ха. Словом, мы всегда начинаем с середины, с дыхания. В воду и из воды. В воду и из воды. Поэтому воздух, который в нас входит, и воздух, который из нас выходит, влияет на наше самочувствие. Например, если вы слишком напряжены, ваше дыхание очень поверхностно, очень зажато, и вы плохо себя чувствуете. А если вы, наоборот, слишком расслаблены, вы тоже чувствуете себя плохо. Так что дыхание – самое главное для хорошего самочувствия. Вот почему мы много занимаемся дыханием, но не говорим о дыхании, так как делаем все это через движение. Да, можно прямо сейчас сделать упражнение. Мы так иногда и поступаем. Итак,
вверх, вправо, влево. А сейчас наоборот. Шаг вправо, шаг вверх, вниз и отдыхаем. Это трудно? Немного трудно. Немного трудно. Но можно упражняться. Но от этого ты чувствуешь себя лучше? Угу. Чем больше ты живешь в гармонии с ритмом, тем меньше привязан к силам Земли, которые создают тяжесть. Без тяжести мы бы не находились на Земле, мы бы парили, верно? Но Земля притягивает нас. А мы не хотим быть машиной, привязанной к Земле, и чтобы преодолеть притяжение, мы занимаемся ритмами, преодолеваем тяжесть ритмами. И эти ритмы связывают нас с ритмами Вселенной. А люди вроде Джейд очень восприимчивы, все впитывают. Вот почему это так чудесно. Они не настолько привязаны к Земле, как некоторые из нас. По крайней мере, я так считаю. Да? Значит, она вас учит? Да, учит. Угу. Чистая правда. А Джуди учит тебя. Да. Это радость для вас обеих, верно? Да. Джуди использует два слова — невинность и ранимость, как характеристику состояния, которое способно сыграть в мире целительную роль. Ранимый человек пробуждает в людях лучшие качества, а также и худшие. Но это оказывает целительное воздействие на них. И любой из приезжающих сюда, кого не спросите, чувствует, что исцеляется встречей с такими, как Джейд. Позднее Джуди рассказала мне о важности работы с молитвой и медитации в направлениях, предложенных Штайнером. Я точно знаю, что во мне есть духовное начало, и если обращаться к нему, я могу принести больше пользы людям, которые живут со мной в доме. Те, кто рядом, чувствуют это духовное начало во мне, в моих действиях, если я практикую медитацию или размышляю о высоких идеях. Люди нуждаются в этом, так как не всегда могут осознать это духовное. Хотя некоторым удается, но таких немного. Духовная активность — мой главный инструмент в работе координатора. Все прочее, скажем, умение готовить, тоже дело хорошее, однако способность действовать не только из физической сферы очень важна. А еще они знают, что если с ними что-то не так, если они терпят неудачу, в них все равно есть вечное и полноценное ядро, которому я отдаю должное. И вот это для них самое главное. Что же вы понимаете под духовным началом? Ту часть нашего существа, которая хочет, чтобы все было правильно, правдиво и прекрасно. Так я понимаю. Во всех нас живет это стремление, и все отчаянно стараются найти его в других, и отчаянно желают, чтобы другие распознали его и в них. Очень просто, очень приземленно и совсем не возвышенно. Я знаю, что встречаю очень много людей, которые действуют в мире таким образом. Все в Грейнже живут в домах семейного типа, а Земля обрабатывается биодинамическим способом. Тони Карлтон отвечает за огород и сад. Пропалывай, одновременно окучивай. Хорошо. Но окучивай частично, не полностью. Легонько, ведь каждый раз, когда ты это делаешь, все вроде как накапливается. Так мы справимся с сорняками гораздо лучше. Тони сравнил такое вращательное перемешивание препаратов с дыханием. Джуди и Джейд дышат, коровы дышат, земля дышит. И благодаря ритмичному перемешиванию дышит эта субстанция.
Армиллярная сфера Тони Карлтона равнозначна планетам на столбах, устроенным на ферме в Индии. Наглядный, хотя и скрипучий способ наблюдать, как Солнце движется в течение года в связи с 12 знаками зодиака. Солнечный свет, проходя через разные созвездия, обладает разным качеством. То есть главное, где Солнце находится в любое конкретное время года. Возьмем Пасху, когда мы уже миновали Козерога, Водолея и пришли к рыбам. Если представить себе, что аккумуляция энергии происходит со времени Рождества через Пасху, мы начинаем вступать в весну. В традиционном сельском хозяйстве в эту пору все фермеры будут сеять кукурузу, то есть будущий силос, между тем, как Солнце находится в Овне. Они не знают, что оно будет в Овне, а Овен — знак тепла, аккумуляции энергии, которая поднимается из Земли и растет с увеличением светового дня. Овен же приносит тепло, причем как раз тогда, когда фермеры сеют кукурузу. Тони, вы говорили, что Телец — знак Земли. Что вы под этим понимаете? Существует четыре главных качества. Земля, свет, вода и тепло. Четыре энергии, с которыми каждый работает, начиная с рождения. Я не знаю таких людей, которые бы не имели дня рождения, которые не могли бы сказать «я знак Земли», к примеру. В мире растений знак Земли означает корни. Это корнеплоды. Знак воды — листовые овощи. Знак воздуха — обычно импульс цветения. Знак тепла — плоды. Получается, что эта четверка — земля, вода, огонь и воздух — разделяется на корни, листья, цветы и плоды. Так что надо помнить, с каким растением имеешь дело. Так салату очень благоприятно влияние знака рыбы. А бобам нет. Бобам больше нужен овен, потому что если посадить их в рыбах, они будут просто сидеть в земле и ждать. И только когда придет время овна, сразу увидишь, как они начинают расти. Пока Тони разбрызгивал в огороде свое колдовское зелье, которое он только что перемешивал, я спросил одного из практикантов, что он думает обо всем этом и как понимает наш заголовок «Вызов Рудольфа Штайнера». Во-первых, очень важно, как люди сегодня действуют. Они не хотят тратить время на что-то, если не уверены, что это правильно. Мне кажется, во «Властелине колец», там, где автор описывает хоббитов, очень здорово отмечено, что у хоббитов были только такие книги, которые рассказывают о том, что им уже известно. По-моему, это очень верно говорит об отношении наших современников к истине. Ну, например, я знаю неформалы. Они читают книги, написанные неформалами, поскольку знают, что найдут в них только то, с чем в любом случае согласны. А вот когда пытаешься читать Рудольфа Штайнера, то обнаруживаешь, что надо открыться чему-то еще, неизвестному. Надо сделать усилие, не зная, да, ничего не зная наверняка, как бы довериться неизвестному. По-моему, это и есть вызов. Следующим вызовом для самого Рудольфа Штайнера стало издание научных работ Гёте, а также написание собственной книги «Философия свободы». В 1891 году, в 30 лет, он удостоился ученой степени доктора философии Ростокского университета, а годом раньше переехал в Веймар. Его ожидали 7 лет уединения. Работа в казенной обстановке архива Гёте и Шиллера, и рядом никого, с кем можно обсудить растущее пространство внутренней жизни с ее духовным опытом. Между тем, его философские труды и озарения оставались большей частью непризнанными.
Я открыл для себя Штайнера, когда в 20 с небольшим учился в Оксфорде. В университете, в высокоинтеллектуальном окружении, которое ненавидел, и... Учились? Изучал философию, точнее, ФПЭ, то есть философию, политику и экономику. Философия была для меня действительно интересна. Я был ею увлечен. С другой стороны, это было сущее мучение, я все это ненавидел. Сплошь Бертран Рассел и Дэвид Хьюм и всевозможные редукционисты, каких только можно было себе представить. Но настоящей философии не было. Потом я случайно натолкнулся на работы Штайнера. И это оказалось огромной удачей, потому что он трактовал философию, мышление иначе, не так, как абстрактный предмет. То есть мне как бы открылось новое направление, в котором можно двигаться. Однако в 70-е годы, в самом начале 70-х, когда я учился и отчаянно старался найти свой путь, в моем окружении царил весьма антиинтеллектуальный настрой. Итак, я оказался в ловушке. Между нудным интеллектуализмом Оксфорда и полным отрицанием интеллектуализма вообще, что якобы необходимо для поисков духовного пути. Вот почему Штайнер тогда сыграл в моей жизни важнейшую роль. Он представил альтернативный взгляд на то, чем может быть мышление. Вы можете описать, что это за взгляд? В чем его альтернативность? Но одна из ключевых книг Штайнера — «Философия духовной деятельности» или «Философия свободы». Таковы два ее названия. В этой книге он описывает, каким образом мышление как деятельность можно сделать максимально интенсивным, что оно становится своего рода диалогом с миром духа, и я счел, что могу идти именно таким путем. Слова «мир духа» могут для некоторых звучать весьма странно. Вы говорите о диалоге с духовными существами. Что вы подразумеваете под миром духа? Да, я имею в виду такой диалог. Возможно, это звучит странно, но я думаю, так оно и есть. Человек, конечно же, ведет некий духовный внутренний диалог с миром идей, мыслей, но вопрос в том, что есть источник нашего мышления. Откуда приходят наши мысли? Это живой вопрос, который, по-моему, обязан задать себе каждый, кому интересно, что на самом деле есть мышление. И большинство людей, вероятно, скажут, что наши мысли возникают в мозгу. Большинство людей, вероятно, так и скажут. Но я не думаю, что это на самом деле правильно. И хотя мышление в какой-то мере, конечно, связано с присутствием мозга, и если мне отрежут голову, я не смогу думать. Но это не значит, что источник мышления материален. «Как долго я должен молчать?» Этот вопрос Рудольф Штайнер задавал себе в 40 лет, когда все еще не имел возможности поделиться своим опытом в той сфере, которую он называл «Die geistige Welt», то есть «духовный мир». В 1897 году он переехал в Берлин, чтобы издавать журнал о театре и литературе авангарда. Но его привлекали не только интеллектуалы и люди искусства. В какой-то момент его пригласили читать курсы истории в училище просвещения рабочих, и эту должность он занимал в течение 7 лет. Но среди жителей Берлина, к
как и повсюду в Европе и за ее пределами, постоянно росло число людей, которых интересовали духовные учения. В частности, теософы интересовались мудростью, уходящей корнями на восток. Здесь, наконец-то, и нашлась аудитория, которая жаждала услышать того, кто говорил, исходя не только из мудрости прошлого, но и из своего собственного внутреннего видения. К 1907 году у Штайнера было значительное число последователей, в основном членов теософского общества, и многие хотели видеть в нем гуру, но от этой роли он всю свою жизнь упорно старался уйти. В конце концов, пути Штайнера и теософов, и их лидера Анни Безант разошлись. Отчасти по причине убежденности последних в том, что индийский мальчик Кришнамурти является реинкарнацией Христа, что сам Кришнамурти впоследствии отрицал. Для своего движения Штайнер выбрал название «Антропософия», имея в виду мудрость, которая живет в человеке. В последние годы он объездил всю Европу, причем не только читал лекции и писал на эзотерические темы, такие как карма, реинкарнация, космическая эволюция, но и сеял зерна, практические указания для обновления во всех областях жизни, включая искусство. В 1912 году вместе со своей второй женой Марией фон Сиверс он работал над драмами-мистериями. И в то время Штайнер создал новое искусство движения, которое назвал эвритмией. Оно сочетало в себе терапию и искусство. Zaubert Leben aus der Erde unermesslich reichen Tiefen. Bravo! Dieser haben wir nicht den rechten Fuß gehabt. Мы работаем с речью и работаем с музыкой, но таким образом, что стараемся быть музыкой и быть речью. Быть музыкой понятней. В балете работают с музыкой, однако не проникают в нее по-настоящему, не проникают в ее законы, если так можно выразиться, в различные элементы музыки. А в музыкальной эвритмии проникаешь как раз во все элементы музыки, становишься ими. Доктор Штайнер называет эвритмию зримой песней. Иными словами, мы стремимся выразить то, что поют, то, что слышишь в музыке, и с речью то же самое. То есть движения очень точные, вы не импровизируете. Нет, совсем нет. Они действительно рождаются из элементов музыки. И речь. И речь тоже. Есть гласные, есть согласные. Ими мы обычно пользуемся, когда говорим, и нам даже в голову не приходит, что речь можно выразить и через движение. Du Seelentragendes, deines Lichtes Geistgewalt. Nur hier haben wir das Gleiche wie vorher. Маргарета Сулстад руководит эвритмической группой в Гётеанаме в Швейцарии, в центре ныне всемирного антропософского общества. Thank you.
Эвритмия, как таковая, вряд ли может спасти мир, и форма Гетеанума, возможно, придется по вкусу не всем. Однако это попытки Штайнера пробудить в людях сознание того, что кажется скрытым за миром явлений. Эвритмия раскрывает это другое измерение в музыке и в речи. А для Штайнера дело шло не о духе или материи, не о небесах и земле, но скорее о духе и материи. Существует только один мир, но он безмерно более сложен и имеет больше уровней, чем желает признать чисто материалистический подход. За долгие годы упорных медитаций и жизни с открытым сердцем Штайнер развил свое врожденное ясновидение, развил его до способности, которая сделала возможным то, что он называл духовной наукой, способ видения, открытый для всех нас, который выходит за пределы чувственных впечатлений и интеллекта. Помочь пробудить духовное в человеке к духовному во Вселенной. Так он однажды сформулировал свою задачу. Иными словами, человек потенциально, как учили древние, есть микрокосм в макрокосме. Штайнер в те годы уже не молчал и не был одинок, но заплатил за это. Он поднял свою голову над бруствером и попал под перекрестный обстрел. Последующие лет 10, до его безвременной смерти в 1925 году, в возрасте 64 лет, ему сопутствовали и победы, и трагедии. И все же, несмотря на истощение и болезнь, Штайнер не оставлял попыток напомнить нам о заложенных в нас безграничных возможностях к эволюции и о том, что мы не одиноки во Вселенной, что мы воистину созданы по образу и подобию Божию. Одни слушали его, другие нет. Здесь и заключается завет и вызов для него, а теперь и для нас.